Итак, переходим к новогодним поздравлениям. Нужно сказать, что налоговые юристы, хотя и не бухгалтеры, но тоже любят баланс. Тоже любят, чтобы везде все совпадало, либо соотносилось. Однако, применительно к наступающему Новому году, хотелось бы, напротив, пожелать, чтобы баланс не совпадал. Чтобы у вашего тигра было больше белых полос, а не черных. Да и вообще нужно желать по максимуму, чтобы черных полос вообще не было. Хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто поддерживал меня в этом году добрым словом. Но также хотелось бы поблагодарить и тех, кто ругал меня. Потому что, как говорится в моем любимом новогоднем фильме «Чародеи», если меня ругают, значит я существую. Ну а с вами остаюсь я, Юзвак Максим. Встретимся в новом году. С Новым годом!